Друзья мои, я приветствую вас на своем канале, и сегодня будем продолжать вязать сетчатые узоры. Предлагаю вам вот такой вот вариант, мелкие ячейки. Достаточно объемно и хорошо держит форму, поэтому думайте заранее, что будете вязать. Попробуйте из другого вида пряжи, будет смотреться не менее эффектно. Давайте переходить к мастер-классу. Раппорт составит 2 петли и 4 ряда в высоту пряжи в образце «Троицкая крокус». Все внимание на экран. Первый ряд провяжем следующим способом. Я снимаю кромочную, затем идет лицевая. Далее, не снимая эту первую лицевую с левой спицы, провязываем ее еще раз вместе со второй, после чего скидываем. Повторяю, лицевая. Вместе со следующей еще раз провяжем ее лицевой и скидываем. Так вяжем первый ряд до конца. Второй ряд, кромочная, у нас выделяется вот таким вот образом 2 петли, мы их прекрасно видим, провязываем их вместе, лицевой за заднюю стенку и делаем накид. 2 петли провязываем вместе, лицевой и накид. Это второй ряд будет. Третий ряд. Кромочная, накиды мы с вами провязываем лицевыми за переднюю стенку, следующую петлю перекидываем, нить за работой, лицевая петля, перекид, нить за работой. Это будет третий ряд. А четвертый заключительный ряд мы полностью провязываем лицевыми. И на этом завершаю раппорт данного узора. Друзья мои, ну, сеточка получилась что надо, смотрится очень непринужденно, лаконично. Вот эти вот ячейки, они достаточно не крупные, поэтому вы можете связать любой предмет интерьера, потому что сетка держит хорошо форму. Ну и также применяйте в одежде кардиганы, джемперы, топы, все это будет достаточно уместно. Я предлагаю сохранить этот мастер-класс в своей копилке, поставить мне лайк и подписаться на канал, если вы не сделали этого ранее. А еще я приглашаю по ссылке под видео на мой дзен-канал. Там накопилось много интересных моделей для вязания. Желаю отличного настроения и скоро увидимся!